Доставляю груз. Я ждал тебя. Ты мое спасение. Я сумел выжить только благодаря курьерам. И ты ничего не просишь взамен. Я благодарен тебе. Посмотрим, как там груз. Ого, это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Фрэджайл Экспресс. Скажите, что вы порвались с террористами, да? Когда Фрэджайл, дочь основателя, начала общаться с другими курьерами, здесь стало немного жутковато. По слухам, это она устроила взрыв в среднем узле. И отчасти я в это верю. Возможно, конечно, что она просто одна из их жертв. Ты подключаешь хиральную сеть? Я не против контракта с Бриджесом, но в UCA я вступать не собираюсь. Если не возражаешь, действуй. Может, тебе уже говорили во Фрэджайл? Но даже те, кто не хочет становиться частью UCA, могут подключиться к сети, подписав контракт с Бриджесом. Они могут пользоваться доставкой и другими базовыми функциями хиральной сети, как полноправные участники. Так же, как и ты можешь пополнять свои припасы, используя их хиральные принтеры. Однако они не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель — сделать их частью сети. И, может быть, потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь.
компания стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом. Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей — от этого добра не жди. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Отлично, Сэм. Уже два пункта интегрированы в Хералиусе. Остался еще один. Оружие разрешено. Только ты и я. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо.
Доставляю груз. Спасибо, что снова зашел. Я всегда рад тебя видеть. Если бы не такие, как ты, я бы давно отбросил копыта. Так что знай, что я благодарен тебе. Хотя и редко говорю об этом вслух. До свидания. Отлично. Оружие разрешено. Идентификация. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Оружие разрешено.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено. Так держать. Оно будет изъято вплоть до вашего входа. Груз проверен. Спасибо. В отличном состоянии. Спасибо. До встречи. Отлично. Доступен новый заказ. Аккуратнее, ладно?
Шаг за шагом. Что бы они без меня делали? Только ты и я. Тебе просто нужно рискнуть жизнь, да?
снова и снова и снова. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Добро пожаловать в озерный узел. Идите в распределительный центр. И впредь так держать. Остается легендой. Похоже, все в идеальном состоянии. Спасибо, Сэм. До следующей доставки. Береги себя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
так держать. Счастливого пути. Оружие разрешено. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Ты ведь не из Fragile Express, да? А, понятно. Бриджес пользуется их удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай я заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел грузов в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко.
Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Фрэджайл стоит за атакой, где погибло пол среднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха, слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов? Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в UCA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты. Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в UCA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Вы хорошие ребята, это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал. В моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отопру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари, да? Надеюсь, до этого не дойдет.